الركن الخامس من أركان الإسلام حج بيت الله الحرام لمن استطاع للسبيل. Пятый столб ислама – это совершение хаджа, паломничество к запретному дому Всевышнего Аллаха. Это для тех людей, которые имеют для этого возможность. Человек обязан совершить в своей жизни хадж только один раз. Это является его обязанностью один раз. Если человек имеет возможность совершить хадж, он должен спешить с его совершением и не откладывать. Аркан ислам. قلنا أن الإسلام هذا بناء يقوم على هذه الأركان الخمسة. Мы сказали уже, что ислам это как свод здания, которое опирается на вот эти пять столпов. نعم. لو أسقط ركن من هذه الأركان انهار البناء والله أعلم. Если одна из этих опор будет отсутствовать, то это здание обрушится.